Привет, друзья! С вами Ирина и Александр, экоферма «Мои перепела». Блин, орут как. Значит, сегодня 13 мая. Мы продолжаем нашу интригу. И сегодня будем смотреть, что же у нас на 13 мая. Вчера, как вы поняли, начался вылов. Мы вынули очень много уже пташек. Вот, спали мы спокойно абсолютно всю ночь. Сейчас час дня. Ну и только сейчас руки дошли их вынуть, наконец-то. Еще партию. Дошли руки у тебя, да? Дошли руки, да. Ничего мы не переживали, всю ночь спали за них. Если честно, без задних ног даже, я бы сказала. Так, Саш, смотри. Тут вот десант носится. По всем сторонам. Как видите, мы шкатную эту ванночку закрыли специальной сеткой. Чтобы они не тонули. Значит, все они были вот эти вот утонувшие. Так, все, давай я сейчас повыну. Основную партию. Ой. Ну, рассказывай всем, что ты замолчала. Ой. Не на любовь. Не на любовь-то? Каждый раз, как первый раз. Каждую неделю. Тут просто очень... Ну как это, не то что опасно, да, вынимать, а просто достаточно сложно вынимать до ванны, боюсь их придавить маленьких. А вот. Вот в нижнем брудере у нас сидят вчерашние. Ну из этого же вывода, только их там не очевидно, сейчас попробую. Ребята, вон они там. Это вчерашние. Напомню, что было 800 штук. Яиц 800. А? Яиц 800, да? Яиц 800. А, да, 800. А кого еще, Саш? Не знаю кого, я не понимаю в этом ничего. Так, сейчас я буду, ладно, задних потом достану. Сейчас я лоточки вину. Как мы уже говорили, мы их кладем в такую вот из-под раков коробочку. Ай! Кошки нету, жалко. Кошки нету. Вот, смотрите, что творится. Блин, Ира достала. Маленький. Ну ладно, может он отойдет еще. Так. Яйца у нас были в два ряда. Вот они, посмотрите, уже подсохли за ночь, уже носится тут. Один уже в коробку он прыгнул. Коробка под яйца. Летают, они же птицы, что им не летать? Бедняга. Мы его вот так вот быстренько достанем. Индюки вон у нас там растут. Очень им тоже интересно, что это там такое. Индюкам интересно, да. Это мы для себя любимых. Мясо. Индюкам имена не даем. На злобу дня. Дочка, помню, ела индюшатина, жила. Какая вкусная Жанна. Так. Артурчика такая же судьба постигла. Ну, Артурчик не по нашей этой позе был. Поэтому... Да. Не всегда нижним легко выбраться. Ну, он упал, и смотри. Они на самом деле очень живучие перепела. Упал и упал, дальше пошел жить. Так, ну смотрим, что у нас на данный момент. Яйца я не авоскопировала, если честно, просто руки хватило у меня и времени на это. Вот. Как лежали они у меня, так они и на вывод остались. Ну что ты сейчас сделала? Ты убрала скорлупки, да? Да, я убрала. Дав возможность оставшимся тоже вылазить, да? Ну да, вот они еще. Ряда. Есть некоторые, которые... Которые лезут. Лезут, да. Ну и вот все то же самое я сделаю с другими лотками. Покажи теперь коробочку с этим. Сейчас. Фу ты, господи, я тут что-то поперепутала все, как всегда. Вон они там сидят. Ира туда заодно накидала, конечно, и осколков этих, как они называются, скорлупок. Задумалась. Ну, итак, значит, мы по очереди будем вынимать все лотки и выкладывать их в нашу супер-мупер коробочку.
Отправлять брудер. Да, отправлять брудер. А потом посчитаем, сколько их получилось, да? Скажем вам, какое количество получилось в итоге. Ага. Вот мы убрали все 4 лотка. Убрали, в смысле, вынули яйца, да? Да. То есть этих цыплят, блин. Цыплят. Из скорлупки. Лезет еще он со всех сил. Скорлупки, цыплят вынули. Оставляем это все до вечера. Вот еще последнюю партию. Сейчас я ее выгружу в брудер. Можем посмотреть, сколько у нас на данный момент во втором уже брудере. Распределяется их по, ну, по меньшему количеству. Я буду уже завтра-послезавтра. А сегодня они у двух брудерах. Вот это второй брудер. О, кипиш тут такой. И сейчас еще вот эту партию туда же засуну. Сейчас. Горстями? Вообще вот так вот беру, так вот, хоба, и туда. А они там сами быстренько разберутся между собой. Все крепыши абсолютно заметила, только, может быть, вот на это количество парочку с лапками. Парочку кошкиных. Парочку друзей. Клиентов. Друзей. Кошки очень любят крепёвок. Ты знал? Вот они как раз, вот эти два заморыша, вот. Да ладно, что их заморыши? Вот, смотри. Носится вот. Армия. Армия. Ну, здесь, наверное, ну, 350, наверное. Еще внизу, да? Да, еще внизу, но это я посчитаю вечером. И тогда вам скажу, сколько в итоге из 800 заложенных, да. У нас получилось. Здесь нет Техаса, здесь манжуры и эстонцы. Техасы все у вас. Да, техасы все разбирают нас на стадии инкубационного яйца. Привет, друзья! Продолжение серии про выключение электричества у нас. Значит, вот тут остатки у нас перепелочек. Сейчас я их все высажу, последних, в брудер. Но на данный момент, короче, получилось 678 штук. Из 800 вылупилось. Но я считаю, что это неплохой результат с учетом такого косяка, скажем так. Вот, все, довысаживаю я. И, соответственно, следующее у нас видео про вылуп вот 23 мая. Посмотрим, что получилось вот на той стадии с птенчиками и какое количество в итоге вылупилось. Оставайтесь с вами, экоферма «Мои перепела».